У меня здесь спрашивают, какая цель, что мы хотим сделать. Мы хотим построить крутую страну, свалить этот режим поганый, который грабит нашу страну, чтобы люди у нас получали по несколько тысяч долларов в месяц, чтобы мы не бегали, не ползали ни перед Россией, ни перед Китаем, не нужны нам никакие союзы ни с Россией, ни с Китаем. Мы будем строить сильную страну, у нас будут сильные вооруженные силы, наши граждане должны быть жить достойно и богато, наша молодежь должна быть умная, образование должно быть сильное, бесплатное здравоохранение и образование. Мы этого добьемся, у нашей страны эти возможности есть. Более того, в начале 90-х годов образование, медицина было бесплатно. Вы просто, многие из вас эти времена еще не знают, как было, спросите у родителей, они вам расскажут. Мы такую страну можем построить. И в первую очередь сила наша молодежи. Вот наша задача в этом году свалить режим. Все условия для этого есть. Все.